Гуляем. На улице ветрено. Я одела шапку сегодня первый день. Очень довольна, что достала теплые вещи. Потому что ветер. Продолжаю идти. Настроение, в принципе, хорошее. Как бы, наверное, я подумала, что буду как-то планировать, о чем буду говорить в ролике. Вот. Такой теплый шарф у меня. Баня. Еще совсем недавно здесь стояла такая, ну, баня еще с советских времен. Вот. Городская баня, в общем. И, ну, люди приходили сюда мыться, и вот сейчас отстроили, вот снесли эту баню и отстроили вот такую вот новую. Роскошная баня. Вот такая вот прогулка. Так вот смотрится новая баня.